Всем привет! И сегодня на канале «В стране чудес» очередная веселая распаковка товаров с сайта AliExpress. И с вами ваша любимая Марья Ивановна из села Кукуева Мухосранского уезда Задрищенского района. Приветики! Очередные посылочки из Поднебесной. Сегодня небольшая сборная и еще чё-то чуть-чуть. Ну что, начнем. Возьмем вот такой маленький пакетик. Предполагаю, что там лежит интересно. Что-то за копейки брали, по всей вероятности. Вот так, резиночки. Вот в такой вот баночке. Вот такие вот резиночки силиконовые. Малепусенькие. Очень полезная вещь в хозяйстве. Не только для волос, а еще для всякого-всякого. Нравится тебе, доча? Да. Красивучие, да? Яркучие такие. Ох, красивучие. Думала, не пришлет. Прислал. Что-то помнится за копейки, за какие-то купили. Так, ну а теперь, что будет? Цельная китайская сборная. И что там у нас? Что посмотрим? Что нам сегодня... Но присылали в китайскую сборную. Ой, чё там чё? Так, в китайской сборной раз посылка. Два посылка. Так, три посылка. Чё, кошелек какой-то, что ли? Так, четыре. Так, пять. Шесть. Семь. Семь посылок китайской сборной. На-ка, держи, доча, сюда будешь мусор складывать. Так, начнем вот с ентой, наверное, хромкучая такая. Так, хромкучая. Так, ой, что-нибудь порезать-то не порезать. Хром. Ой, нет, там пупырки на пупыренный. Так, в напупыренной пупырке брошечка-хоброшечка. Вот такая кошечка. Вот она. Красотулька. Долго думала, не гадала, брать не брать. Там еще есть с голубым зонтом. Но вот ента самая красивая. Так, посмотрим. Вот такая вот. Класснёвая. Ой, ну стоит, конечно, она недешево. В принципе. Ой, ПРСТ. Ты посмотри, не расстегнуть. Так, расстегнула. Вот такая тут изнанка заманчивая. Ага, прям слоеная, слоеная. Вот такая брошка. Такая, ох, объемная. Осенняя такая кисуня. Классная. Качество зачетное. Рекомендую данную брошку. Прям зачетная. Ой, чую, я будет обзор бижутерии на канале. Не на днях, на часах. Скоро, скоро. Что напишите в комментариях? Снять, не снять? Может, сэму. Так. Так. Пупыря сюда. Дальше следующая хрустящая посылочка. Что там следующие хрустящие посылочки? Так, опять пупырей на пупырёна. Что это такое? О, дочь, что тебе? Угу. Еще одни сережки пластиковые. Так, смотри-ка, даже не погнулись. О, какие красивущие. Такие листики. О. Круть. Вот это да. Красивые, да? Да. Что-то тоже за недорого покупали. Вот. Пластиковые, легкие, прям летние. Ой, красивые, нравятся мне. Хорошие, хорошие сережечки. Красотулька. Точно сниму обзор бижутерии. Ага, что-то прям навалило так. Так, кто-то что? То ли я не знаю, какой-то... Что-то, что-то непонятное. Что-то такое прям так сложено. Что это? А, вон о чё. Я-то думала, кошелек какой. Енто, подушка надувная. Была уже такая у меня в распаковке. Ой, была. Ой, попользовалась я ее со своей больной ногой. Вообще удобная. Она такая прям вот, как мухровая такая, знаете. Такая прям хорошая. Ну, что сделал мой муж? Он мне ее пока сдувал, продырявил. Поэтому сейчас попробую надуть чуть-чуть. Заказала еще одну, раз продырявили. Ой, тяжело ее надувать. Ем ту подушку. Ой, Маруська тут мявкает, вявкает. Сейчас отправим тебя в комнату, чтоб ты не мявкала. В общем, для таких вещей специально заказала нужный аппарат, чтобы надувать и сдувать всякие подушки, игрушки, шары надувные. В общем, подушка супер-мега-зачетная. Еще у продавца есть такой же синий цвет. Классная подушка, можно брать куда-то в дорогу, еще куда хотите. В общем, кому куда пригодится, тому и сгодится. Отправили нашего мамонта на домашний арест в комнату на самоизоляцию. Пущай там посидит и помявкает, чтоб не мешало нам обзор снимать распаковочку веселую. Так, подушка в сторону куда-нибудь, дочь, вот сюда положим. Так, что там дальше? Я предполагаю, вот в этом желтом пакете что-то красивое может быть. Но не знаю, что. Что-то красивое должно быть. Так. Лента для моего телефона. Так, дай-ка мне мой телефон. Такой же чехол, я ж ребенку-то заказала. Аж позавидовала сама-то. Ой, говорю, хочу тоже такую.
такую же хочу, что кемц... Ой, не сымается старый чехол. О, как прирос! Прирос чехол. Прирос сейчас сыму. Ой, ой, прирос. Да что ты будешь делать-то? Ой, ой, отколу... Ой, сколько грязюки-то под него... Ага, ой, грязюки, сколько тут понавалилось. Так, ентучи... Ой, отцепися. Так, для Самсунга А750. Вот так-то вот, не хухер-мухер вам. Вот, моделька Самсунга. Сейчас посмотрим, как подходит. Так, тоже говорю, хочу бриллиантовую такую. Вот такую, так. Вот так вот, опа. Опа, 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 оп. Ой, и сразу роза, на синем сразу фиолетовая стала. Так, ну-ка, один. То не сниматься, то не одеваться. Да посмотри, упирается ведь, сопротивляется. Ой, блин, ну что ты будешь? Да ты, о, так-то вот. Так, ну тут ента дырка, ага, вот такое отверстие. Ага, так, тут все подходят. Клинк-клинк, нажиматься. Так, тут совпадат. Так, дальше, совпадат, совпадат, все. Все чики-пуки, ох, какая красота. Девчули, это просто вау. Вау, на синем фиолетовое такое, ой, вообще. Не чехол, а песня. Такие чехлы можно на любые модели найти, ага. Оставлю на свою ссылочку, посмотрите, может там ваша модель тоже будет. А так в поиске наберите, заберите, ой, вообще круть. Теперь у нас с дочулькой-то будут одинаковые чехольчики. Вот, вот такие вот, а от. Вот, а? Вот тот тоже синий, а? Видали? А на моем-то крутее смотрится, да, дочь? Да. А, у мамки всегда все должно быть крутее. Это вот больше фиолетовое, да? Хотя они совершенно практически одинаковые. Ну, вот так вот. Мне повезло, у меня просто сама по себе вот та часть, она круче, чем у дочи. Ой, вообще, прям вау. Вау, так, пусть тут лежит. Что это такое было? Что это там вявявка? Так. Дальше поехали, так, распотрошили, держи мусор, дальше поехали. Тихо, там что-то мягкуча, посмотрим, что, хрум-хрум-хрум. Ой, так, опять пупырок напупырено, еще какая-то брошка, ой, поброшка, так. Ну, прям бижутерка навалила, ой. Брошки, вишенки от Вильмин Бэби, что-то там за копейки тоже брали, так. За 100, что ли, рублев, сколько, не помню, стоило. Вот ты, ой, мне попались-то какие-то потертые вишенки. Ну, я ему тоже звездячек на звездячу. Ой. Ох, испортился магазин. Да, прокраска-то вот не очень, не очень. Но в целом брошка прикольная, но уже качество не то. И застежка-то такая, фу, никакая. Прям такая, ну, она хорошая, булавочка, пружинистая, но... Вот что-то мне не хватает для полного счастья. Зажралася, Марья Ивановна, зажралася. Зажралася. Так, поехали дальше. Брошечки, ховрошечки сюда положим. Так, любуйтесь пока. Так, что там дальше? Дальше что там? Так, доча. Ой, пипка-то, пипка магнитная. От моего телефона. Так, вот сюда ее прям пипкою примагничу. Так, ем-то тоже вот мусор-мусор. Так, чтоб не мешалося. Так, тут что такое? Какие-то фигульки. Сейчас посмотрим. Что-то понавалено, что-то. Всякого там разного. Так, посмотрим. Не забываем ставить лайки, грозные дизлайки, а также писать комментарии. Я ж читать-то люблю. Ой, бусья. Бусья, кубики, рубики. Вау. Вот такие вот в полоску. Просто белые, прозрачные. Белые с черным, две заказала. И одни черные с белым. Кто знает, какого цвета зебра, пишите в комментариях. Вот она белая в черную полоску. Или черная в белую полоску. Я-то знаю. Напишите в комментариях, кто знает точный ответ. Вот ты знаешь? Да. Ну? Белый в черный. Почему ты так думаешь? Потому что... А может быть, она черная в белую полоску? Нет. Да. А может быть и нет. Кто знает, отпишите в комментариях. Я знаю. Я знаю, какая зебра. Так. Так. Дальше. Еще одна посылка. Что-то мягкуча. Чую, ем-то такая штука. Еще одна на мой стул. Раз такая мягкучая, такая пухлючая, значит, будет еще один чехол на мой стул. Заменитель. А может быть и нет. Точно. Ну-ка, точно. А-а-а. Кто уже смотрел мои прямые эфиры, вам уже в кадр попадал. Чехол на стул. Не на табуретку, а на стул со спинкой. Вот такой вот в этот раз взяла потемнее. С бахромой, со всякой такой. Ссылочку оставлю, посмотрите, как на стуле, не буду показывать. Хорошо. Ага. Ента вот этот цвет.
Вот это уже не та ткань. Вот первая, первая, там трикотаж покруче. Энта тоже трикотаж хороший, но вот первая была круче. Вот. А тут еще завязочки-то есть. А интересно, вот у есть завязочки или нету? Ну-ка, дочь, поглянь-то. Ну-ка. Ой, тут нитки торчат, но это так, фигня. Так, ну-ка, завязки, привязки. Тут, смотрите-ка. О, завязки. Так, ну-ка, с какой стороны они? Тут нету. Тут нету завязок, будет так. Так, Енда, сейчас, погодите. Так, разберемся. Да, так, с этой стороны. А вот с Ентой стороны? Нет. Вот, смотрите, короче, с одного краю. Тут он. Завязки есть? Ну-ка, только встань. Я посмотрю, есть ли тут ли. Нету. У этого чехла нету таких завязок. О, как. Вроде похожий товар. А тут вон есть завязки, чтобы к стулу-то привязать, чтобы ничего не ерзало никуда. О, как. Ой, в прошлый раз брала цветочный такой орнамент красивый. В этот раз взяла, решила в клеточку взять. Даже, по-моему, клеточка не такая, как заказывала. Ну, похожая меня, в принципе, устроит. Но если отличается рисунок от того, что я заказала, открою спор и верну частично денег. Хоть рублей 50, но заберу. 50. 50, да. Ну и что там дальше у нас понаехало? Сейчас мы узнаем. Но вначале мы узнаем, кто выиграл в конкурсе на моем канале и кому достанутся призы, подарки из Турции и украшения из серебра 925-й пробы. Ну что же, давайте посмотрим, кому достанутся призы. Напоминаю, что условия конкурса абсолютно для всех одинаковы. Условия конкурса вы могли увидеть в видео веселой распаковки номер 42, а также посмотреть в инфобоксе. Вот здесь вот есть условия конкурса. Обязательная подписка на мой канал, и ваши подписки должны быть открыты, чтобы я и мои зрители, которые тоже участвуют в конкурсе, убедились в том, что вы действительно подписаны на мой канал. Нужно было сделать 3 репоста, ссылочки на эти видео есть. Соответственно, нужно было написать комментарий, соответствующий, что вы намерены участвовать в конкурсе. Остальные комментарии в конкурсе не участвуют. Итак, копируем ссылочку на это видео, вставляем и выбираем победителей. Еще раз говорю, если кто-то не выполнил условия конкурса, девочки, обижаемся сами на себя. Итак, поехали, посмотрим, кто получит первый приз, подарок из Турции. Так, та-та-та-та. Ну. Наталья Баранова. Так, есть подписка на канал. Идем на страницу, проверяем репосты. Так, Улан-Удэ. Все сложно. Так, репост номер 42 есть. Говядина есть. Яйца есть. Наталья, я вас поздравляю. Обязательно свяжитесь со мной в течение суток после выхода этого видео на все носители видео, где их можно посмотреть. Отлично, первая победительница есть прям сходу. Следующий победитель, второй приз из Турции. Нинель Саковест. Может быть, неправильно прочитала, извините. Так. W, так, хочу приз, Маруся уже звезда. Так, подписка на канал есть. Идем на страницу. Так, Нинель Соковец. Так, солнце мое. Проверяем репосты. Так, есть репост про паёк. Говядина. Гуляш. Я думала, не будет. Яйца есть, 42-я распаковка есть. Нинель, поздравляю, второй приз из Турции поедет к Нинель. Ну и последний приз, это серебряное украшение, которое выберет девочка сама, если ей повезет. Теперь даже не обязательно, если есть Валберис, то есть тогда, если Валбериса у девочки нету, то тогда она получит просто 500 рублей себе на мобильный там или на карточку, как ей будет угодно. Ну или мальчик, если выпадет. Итак, ищем следующего победителя. Так, Не конкурсный комментарий. Да что такое? Не конкурсный.
не конкурсный. Так, закрываю вот так и все, заново кнопочку нажимаю. Так, ну, по новой, а то все не конкурсные выпадают. Конкурсный. Ирина. Россия, W есть, подписка есть. Идем проверяем репосты. Угу. Так, репостики. Так, яйца есть. 42-я, а говядина? А где говядина, которая тает во рту? Моя хорошая Ирочка, вы не сделали один репост, но условия для всех одинаковы. К сожалению, увы и ах, я вынуждена еще искать одного победителя. К сожалению. Опять не конкурсный. Прям расстроилась даже. Вот вроде бы человек все сделал. Так, тут список подписок скрыт. Галина Брунь, у вас закрыты подписки на каналы. Так, Света Чумакова. Извиняюсь за мой кашель. Так, подписка есть. Идем на страницу, проверяем репосты. Так, говядина есть, яйца есть. 42 есть. Светлана, поздравляю. Вы выберете сами себе украшение в магазине Wildberries. Я закажу его в ваш пункт выдачи. Собственно, девочки, всех поздравляю победительниц. Кто не выполнил какие-то условия конкурса, девочки, не расстраивайтесь. У меня на канале будут еще конкурсы. В следующий раз обязательно выполните все условия конкурса. И вы обязательно что-нибудь выиграете, потому что у меня есть девочки, которые всегда выполняют условия конкурса и очень часто выигрывают. Есть девочки, которые выиграли 2, 3 и даже, по-моему, 4 раза конкурсах на моем канале, так что не расстраивайтесь, просто будьте внимательны, выполняйте условия конкурса. Я буквально в одном из последних видео предупреждала о том, чтобы вы проверили, что все ли условия конкурсов вы выполнили, собственно. Ну а теперь продолжаем веселую распаковку. Еще раз поздравляю всех победительниц! Не забывайте, что все победители пишут мне в личку ВКонтакте в течение суток после ентого видео, когда оно выйдет на экраны всех носителей видео, там ноутбуки, смартфоны, телефоны. В общем, как только видео выйдет, сутки у вас, чтобы написать мне и забрать свой подарок. Не придете за подарком? Не отдам потом. Так и знайте, Марья Ивановна злая, сука, как собака. Поехали дальше. Так, что тут-то такое? Что тут-то? Чего ты радуешься, Марья Ивановна-то злая? Ты-то знаешь, какая она злая-то, а? О, как начнет гавкать-тявкать. Ой, блин, ента скотч. О, классный. Ой. Это такой Василента. Василента, кто не знает, но на Алиэкспрессе Василента. Это такой бумажный скотч. Ага. Он такой, как марки. Марочки. Ой. Так, ну-ка, отсюда. Раз потрушу, покажу. То они всякие разные есть. Кто знает, тот знает. Кто не знает, узнай. Такой скотч специальный, канцелярский. Да что ты будешь делать? Ты посмотри, какой упертый, а! Такой распотрошила. Держи. Вот такой вот скотч Василента. Вот наберете на Алиэкспресс в поиске Василента и вот таких скотчей повыскакивает вам 100 миллион до неба. Секретный код Василента. Так, Василента, открывайся. Видите, сделано в виде... Ой. Ой, как они тяжело открываются, вот эти. Ай, края плохо запечатаны. Вот тут-то, ой. В общем, аккуратно надо. Не хохры, торопиться нельзя. В общем, сделано как марка, видите? О, как марочка сделана. Пришлепывать куда, красоту наводить. Вот тут с птичульками заказала, со всякими. Вот такая Василента. Так, дальше, что в черном пакете? Что в черном ящике? Сейчас посмотрим. Какой приз-сюрприз, ой. Средство индивидуального спасения человека на всех видах и по всей планете. В общем, ента, эластичные бинты. Ой, так, скрываю один, они разных бывают, еще бывают больше и больше. Значит, показываю для тех, кто не видел. Фокус, фокус.
специальные эластичные бинты, которые не нужно завязывать. У кого в доме есть животинка, какая детинка, когда вот знаете, чтоб не срывали они всякие бинты для животных? Особливо полезная вещь. Вот не дай божа собачульки, кошульки, еще какой животюньки, надо что-нибудь перевязать, они же все эти бинты срывают. Срывают, вот ян-то не сорвут. Проверено неоднократно на собственных кошках. Значится, вот ян-то бинт, вот так вот наматывато. Так, вот так, вот так, так. Так, прижимать, прожимать. Вот так потом лишнее отрезать. Оп, 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 фокус, фокус. Никаких узлов, все держится. Загибается, не мешается. Супер-пупер, вот такие вот эластичные бинты. Уже их, я не знаю, сколько моему каналу лет, столько я эти бинты показываю, и постоянно находятся люди, которые первый раз в жизни такое чудо-чудное видят, и им ян-то все нужно. Я все время покупаю, потому что это расходник, постоянно где-то пригождается. Между прочим, не только как бинт, а как что-нибудь перемотать, допустим, вам надо ручку какую-нибудь замотать, что-нибудь, чтобы она не скользякала нигде. Вот как-нибудь вот так вот берем, заматываем также, опа! Ну, теперь не отрезать, вот оторвать можно, между прочим. Вот так вот, понятно? Вот так вот. Вот теперь разорвать-то можно. Но не забывайте, что я тут ножницы металлические. Разорвать можно, если на чем-то, но обмотать этим бинтом можно все, что угодно. Например, мне рот, чтоб не болтало много. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Дальше загадочная коробочка для одной девочки. Ага. Для девочки-припевочки, так. Ой. Это еще одно средство. Первое мы уже все израсходовали. Все никак заказать мамке некогда было, все забывала. Специальная штука. Ой, сейчас себе все руки покутюкаю. Посмотри, никак мне не открыть. Специальное средство. Ян-то номер 2 для того, чтобы удалять черные точки. В общем, дай мне птицу счастья, дай. Не открыть мне ножнями. Тут пленкой напленено все. Заплюнили все пленками. Птица счастья. Керамический нож тоже с Алиэкспресс. Кто не видел, рекомендую. Нож детям не игрушка. Так, пленкой все запленено. Фирма веников не вяжу. Голограмма. Все как положено. Так, сейчас сроки годности посмотрим. Так, ой, до 2022 года. Так, так, мусорно. Так, ой, сегодня будет мамка тебя мучить. Мучить тебя будет. Так, опять из тебя все вытаскивать. Ой, оп, а это не то. Это не то, что мы заказывали. Ё-моё. Мы заказывали совсем другое средство. А это что, какие-то капли? Что это такое-то? Вы что, ребята? Вы что прислали-то нам? Коллаген какой-то, галоген. Ой, блин. Black Skin D. А может, это просто новая какая-то форма? В общем, посмотрю я потом, почитаю. Ну, у нас в прошлый раз другая бутылка. И коробочка была другая, черная была. А что это они нам... Вот, блин. Вот так всегда. Ну, тоже, если что-нибудь не то, на звездякаем им звездей, да? Да. И последняя посылочка на сегодня. Тоже что-то непонятное. Что-то там понакладено непонятного, что-то поналожено. Так, что это такое? О, Серёжа. Точно сниму обзор бижутерии. О, ян-то сережки из пластика. Ой, а синий такой страшный. Неужто я синий такой страшный заказала? Что-то я не помню, чтоб я синий такой страшный заказала. И это яркучая заказывала. В общем, на ухе очень интересно смотрятся, легкие сережки такие, за копейки, за какие-то 1000, что ли, рублей они стоили, да, они сейчас, небось, не больше стоят. Ой, вот ян-то с обратной, какие они, фу, какие они говнучие, липкучие, вот потрогай, а? Ой, да. Какие-то липкучие, какие-то, какой-то пластик, ну-ка, фу, фу, говно, ой, говна кусок, ой, так, девчули, не берем. О, не, не, что-то они вот прям как чем... Ну, вот эти вот более-менее, да, вот, и то они тоже красные вон какие-то. А эти прям вот чем-то липким заляпано. Прям липкие какое-то покрытие. Так, ну-ка, синий, ну-ка, синий, ну-ка. Ой, да, тоже какая-то фигня на них. Но не сина, вот прям они прям липнутся, весь мусор будет на этих сережках. Говна кусок. И ведь спор не откроешь, как вот доказать такую хрень в споре? Ведь никак. По одной звезде качу и все на этом, обидно, досадно. Ну, ладно. Собственно, а на этом-то распаковочке конец. Кто смотрел, тот молодец. Все ссылочки, как обычно, есть внизу в описании под видео. В инфобоксе под видео. Иногда добавляю в комментарии. Девочки, красавицы, как обычно, всем желаю удачных покупок, мира и добра. А теперь Марусечка. Маруся, Марусенька, а ты что у меня есть-то? Ой, а ты что есть? Мячик.
Мячик. Марусь, еще мячики. Еще мячики. Еще мячики. Ой, какой будешь хватать? Ой, сколько много мячиков есть у Маруси. Ой, какой будешь хватать-то? Ой, и этот надо схватить, и тот. Ой, ой, сколько мячиков у Маруськи-то есть. Ой, ну, хоть какие-нибудь хватай. Ой, 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 все прыгают, скачут. Ой, Маруська, сколько у тебя мячиков-то? Ой, сколько мячиков-то у тебя? Ой, 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 за какой схватиться не знаешь? Да, всяких-всяких, и такие-сякие, и маленькие, и большие, всякие. Ой, сколько много мячиков у Маруси. Ой. Еще дать мячиков? Еще дать мячиков? Ой, сейчас дам. Еще мячики? Еще хочешь мячиков? Много мячиков. Марусенька, хватай какие-нибудь, хватай. Хватай, хватай. Ой, и этот хороший, и тот тоже неплохой, да? Ой, за какой бы уцепиться-то, какой бы прихватить-то? Ой, вытаскивай его, вытаскивай. Маруся. Ой, ой, ой. Ну, что, где там еще мячи-то? Где еще мячи? Все поукатились по углам. Ой, 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 ой. Ой. Да, Маруся, вот ты счастливый ребенок. Сколько у тебя мячиков. Да? Ну и что ты всех сюда по углам закатала? М? Давай маме мячик. Давай маме. Давай маме мячик. Давай. Давай. Давай мячик. Давай. Давай, давай, неси сюда. Давай маме мячик. Давай, моя хорошая, давай. Давай. Давай маме мячик. Ну, дай мамке. Да, нам давай. Эть, 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 укатился. Давай сюда. Давай. Мне не достать. Давай сюда. Марусь. Неси сюда. Неси маме мячик. Принесла, да? Ай, принесла. Не, не. Марусь, на. Ай. Мяу.